Чем удобрять огурцы, чтобы не желтели листья, интересуются все огородники, от начинающих до опытных. Изменение цвета листьев у огурцов на стадии рассады или же в открытом грунте свидетельствует о наличии болезней или поражений вредителями. В сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как бороться с пожелтением листьев у огурцов и чем удобрять огурцы, чтобы они не желтели. Почему желтеют листья огурцов? Дачники часто разводят руками, видя, что листья огурцов начали желтеть то ли беспричинно, то ли совершенно не в срок. Прежде чем удобрять огурцы на участке, чтобы не желтели листья, необходимо определить, почему начался этот процесс. Почему желтеют листья огурцов? Отсутствие полива или частый полив, неправильная посадка, повышенная температура воздуха, нехватка минеральных веществ, болезни или паразиты. Полив огурцов, если желтеют листья. Есть основные критерии полива огурцов, которых необходимо придерживаться, чтобы растения себя нормально чувствовали. Как поливать огурцы в открытом грунте? Часто, но увлажнять небольшими объемами. Не доводить почву до истощения. Не поливать в жару. Что касается полива в жару, то есть последний, посередине дня, такое нарушение в уходе может стать причиной того, что листья желтеют. Попавшая влага на листочек испаряется под интенсивными солнечными лучами, а на месте капель образуются желтые пятна. Как организовать полив? Поливать по 25 литров на растение 2 раза в неделю. Неправильная посадка и уход за огурцами. Желтеть листья огурцов могут, если посадка была выполнена неправильно, неверное место, пониженная, повышенная температура воздуха или бедная почвенная смесь. Нехватка минеральных веществ. Чем удобрять? Огурцы на участке страдают от нехватки питательных веществ. Необходимо регулярно подкармливать их минеральными удобрениями, а до периода плодоношения еще и органическими. Чем удобрять огурцы, чтобы не желтели листья? Магний. Дефицит этого микроэлемента вызывает появление желтой окантовки на листе. Азот. Нехватка компонента сказывается на цвете листьев и на развитии всей поверхности части куста огурцов. Кальций. У огурцов желтеют листья и покрываются пятнами. Медь. Пожелтение начинается с молодых листьев, проявляясь сначала по краю листа. Железо. Листья покрываются желтыми пятнами, а прожилки становятся насыщенного темно-зеленого цвета. Цинк. У огурцов пожелтение при нехватке цинка проявляется на нижних листьях, сначала на кончиках, а затем распространяется по всему листу. Болезни и вредители. Чем удобрять огурцы? Во избежание появления болезней или вредителей на огурцах, возможно и в периоды активного распространения болезней или паразитов, необходимо знать, чем удобрять, чтобы они не желтели. А именно, можно препаратом Балайкао М1 борется с микроорганизмами, настой гумуса, настой компоста, биофунгициды с триходермином. Пожелтение листьев огурцов на участке можно предупредить, если обеспечивать посаженную культуру всем необходимым, начиная от условий выращивания, заканчивая элементами для поддержания жизнедеятельности. Подходящая микрофлора в открытом грунте или в теплице способствует предотвращению появления грибковых болезней и поддержанию урожая огурцов на хорошем уровне. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудиостатью. Поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал TuneNatureInfo. И также не забывайте переходить на сайт TuneNatureInfo.